28 мая в Казанском федеральном университете состоялось заседание наблюдательного совета под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Заседание прошло дистанционно по видеосвязи. На заседании по единогласному решению на роль председателя наблюдательного совета переизбрали Рустама Миниханова. За время председательства президента Республики Татарстан Казанский федеральный университет значительно улучшил свои позиции среди других вузов. Секретарем наблюдательного совета вновь избрали Гульнас Сибгатуллину. Основным вопросом на повестке дня стали меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которую Казанский федеральный университет принимал в последние месяцы. Ректор КФУ Ильшат Гафуров предоставил отчет по проделанной работе. С конца марта текущего года в целях защиты здоровья более 50 тысяч обучающихся и почти 10 тысяч сотрудников было принято решение о реализации всех образовательных программ в дистанционном формате. Ежедневно в Казанском федеральном университете производится мониторинг реализации образовательных программ на дистанционном обучении. Также по поручению ректора Ильшата Гафурова 13 апреля еженедельно иногородние иностранные студенты, оставшиеся в общежитиях, стали получать продуктовые наборы. Раздача продуктовых наборов была и в Набережно-Челнинском и Елабужском филиалах КФУ. Всего было передано 31 743 таких комплекта. Поблагодарил ректора и руководство Татарстана за 7 тысяч отличных продуктовых наборов для студентов КФУ от республики. Также ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал об общежитиях. Многие иногородние студенты, в особенности иностранцы, предпочли остаться на период пандемии в общежитиях университета, включая его Елабужский и Набережно-Челнинский филиал. Общее количество обучающихся, оставшихся в общежитиях, в начале второго квартала составляло порядка 8 тысяч человек. На сегодняшний день там находится более 6,5 тысяч. Для них была отменена плата за пользование жильем и коммунальные услуги в общежитиях университета за апрель и май. В магазине деревни Универсиада цена на товары личной гигиены была снижена на 50%. Помимо этого, по поручению ректора, несколько зданий университета были перепрофилированы в изоляторы для студентов и сотрудников с подозрением на инфекционные заболевания. КФУ пока единственный вуз в России, организовавший для изолированных питание и постоянное медицинское наблюдение. Также ректорат во главе с Ильшатом Гафуровым собрал 650 тысяч рублей, чтобы финансово поддержать особо нуждающихся студентов в непростой для них период. Кроме того, вуз активно включился в обеспечение студентов рабочими местами. В самом университете был создан банк данных из более 250 вакансий. На предложенные вакансии откликнулось более 500 человек. Сегодня уже трудоустроено более сотни студентов. На базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ продолжается разработка вакцины от коронавируса и уже проводятся тесты на коронавирус, изобретенные под руководством профессора Альберта Резванова. Ильшат Гафуров отметил, что университет участвует также в создании в Республике Татарстан банка плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов, осуществляя научное сопровождение и определение антител у потенциальных доноров. В ближайшее время эта плазма может быть использована для лечения тяжелобольных коронавирусной инфекцией. Ежедневно происходит мониторинг состояния здоровья студентов и сотрудников Казанского федерального университета. Такие глобальные меры помогли предотвратить вспышку заболевания. В заключение хочу сказать, что университетом в целом организована и реализована система необходимых мер по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции, позволившая, как нам кажется, сдержать стремительное распространение болезни. За это я хочу сказать еще раз огромные слова благодарности всем, кто принимал участие в жизнедеятельности наших студентов. Большое спасибо. Рустам Миниханов высоко оценил проведенную университетом работу в данном направлении и назвал ее примером того, как следует организовать систему необходимых мер. Остальные участники наблюдательного совета единогласно дали положительную оценку всем приведенным мерам вуза. Диана Жленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.